Сиди. Так а что же я сидеть-то буду? Мне же работать надо, мне надо деньги из Володи на квартиру. А они тут прямо. Сиди. Вот. Сейчас все придут. Сейчас. Сиди. Так мы сколько уже сидим? Мне же ужин готовить надо. Сиди. И ты сиди. Сейчас все придут. Обязательно придут. Сиди. Да я сижу. И ты сиди. И сидеть будем ждать. Наблюдать. Да сижу, бдю, чтобы она тебя у меня не вырвала. Кому он нужен-то будет? Мне. Ладно ты. Лилёкопическая сила, не надейся. Я жду, что папочка приедет, разберется с ним Тёмочкой, мы поедем. Так ведь, Тёмочка? Тём, да зачем она тебе? Да она мне в припев не годится, Тёма. Да заткнись ты, а! Обер-жулик ты, Лилёк. Нож вон на столе лежит. Ружье я знаю, где висит, так что не надейтесь. Ни на минуточку вас теперь не оставлю, блин, Толстой, ясно? Лёк, эпическая сила, не надейся, поняла? Чтобы даже думать, не трогай ты меня. Не трогай, чтобы ты делал меня, поняла? Замолчи, Дёбино! Молчи, блин, Толстой! Чем от тебя таким пахнет? Могилой? Чесночок вчера ела. Сейчас. Сейчас все придут. Обязательно придут. Сиди. Спать хочу я. Вы в поезде выспались, и вели вам так тут не сидеть, а? Я не сплю в поезде. Редкий случай, когда... Сейчас. Все же знают, что я воевал за них. За чистое небо над головами, над ихними. Придут. Обязательно придут. Это же с подарками. А я тут стол. Чтобы повести. Сиди, жди. Ладно, подождем еще. Придут. Да пусть приходят, мама Мия. Стацуем им под труляля без баяна. Придут. Потому как проводили как следует. И стрелят как следует. А я им на баяне сыграю. Одной рукой насыграю. Я в армии играл, я не разучился. А потом на завод пойду. Невесту себе найду. Поженимся мы с ней и так далее. Дети у нас пойдут. Накупим с ней на шапку, на ковер, на стенку и так далее. И будем как все нормальные люди жить, поняла? Да поняла. Все поняла. И так далее. Нет, не поняла.
Мы будем как все нормальные люди жить, поняла? Да поняла, пристал, блин! Ждем, вот. Нет, не поняла. И свадьбу сыграем. Детей буду к морю возить. На своей машинушке какой-то. Обязательно своим ходом. И с отцом помиримся. Ведь он пить бросил. Ведь я ему родной, и он мне тоже. Мы с ним теперь дружить будем. Да! Он нам женой пол погреба даст. Зачем? А чтобы мы туда тоже огурцы солили. И ели бы их. И жили бы, как все нормальные люди. Вот тебе и пожалуйста. У нас-то места нету, как мы вам половину-то отдадим? Отец мне даст, не ты. Ты кто? Отец даст мне. Жена ему и все. И хватит тут уже. У нас, между прочим, это совместное хозяйство, бизнес, семейное предприятие. Жена ему и все. Пол погреба, ага. Разбежались. Нет. Дадите мне пол погреба. Да не дадим мы пол погреба никому. Нам самим мало. А ты зачем-то засланы? Не дам. Лика, слушай, не пахни селедкой, а? Дай ты ему пол погреба. Ты, почетная свинарка, дай. Да не дам. Да. Нет. Да. Нет. Да. Нет. Ну правильно. Говори чаще нет, чтобы не выскочила да. Да, дашь. Нет, не да. Дам. Да нам самим мало. Да блин, достойно, да возьми мой, а? У тебя сырой, а у нас сухой, и крыс нету нафиг. Да говна вам на лопате! Нет, ну ты видала, до чего человека добила порнография, а? Уж и так точно, она еще своего яду курары добавляет. Да ты же ему сейчас ударила в глаз, а не в бровь. Он же заплакал, что ты ему пол погреба не даешь, ты эпическая сила, а? Ну-ка как мы дадим-то, если нам самим мало? Слушай, ну кончается, Петрович, а ну что ты как слева в заднем проходе? Ты видишь, человек плачет из-за этой дырки в земле, а ты уперлась ровно в погреб и все. Ну так а как мы дадим-то, а? Да так! Человек из армии пришел! Так дайте же ему все условия, ну в том числе и пол погреба! Казал ты, моченый взад на тебя, так ты не понимаешь, а? Да? Ну? Да заберите! Ну вот, ну и все, и что ты возмущаешься вообще? Сказал Тёма, что дали ему пол погреба. Значит, дадите мне пол погреба. Да ну ему, то есть мне это зачем, мне не надо. Я в Париже, а там погребов нету. Тёма, ты что такой мастер паники? Тёма, не плачь, все, она отдает тебе пол погреба. Все, кармальпийцы и бери его. Или плачь, правда. В чем суть юмора? Надо плакать мужикам. А то у них инфаркты чаще, чем у женщин из-за этого. Плачь, Тёмочка, плачь. Тёмка, только повода нету, слышишь? Она отдает тебе пол погреба! Я не поэтому. А почему? Надринкался потому, да? Или от счастья, что она отдает тебе его? Кого? Да погреб ли Толстой? Не погреб! А половину! Дура, Юля! Дура ты! Спасибо, бойфренд! Я, можно сказать, вступила в войну со всем Узбекистаном за пол погреба и отвоевала его, можно сказать, а? В диких боях отвоевала, а ты не так, да? Ну правильно, чё? Никто не идет. Никому не нужен. Мамка была, умерла, один я. Ну как не нужен, как не нужен? Мне нужен, мне! У меня эпическая сила делает, тут с тобой сопли на кулах мотают. Ты так, да? Нужен, Тёмочка! Ну разве ж я тебя брошу, ну? Они пришли, потому что не рассчитывали сегодня на халяву. И к вечеру все перепились. Тёма, встать не могут, прийти не могут. Тёмка, а может этот какой был, а? Ну выброс в атмосферу, а? И они померли все разом. Вика, Вика, иди сюда, слушай, чего? Померли ж все разом. Ты давай крути цветок, а повезло тебе порнография, крути. Сидеть! А где он тут жить-то будет, если с невестой-то где? Да где-где? Рифмуй! Ну, куда? Да кошки под гнезда. Ну чё, а? Чё ты там мурлыкаешь, а? Потянула меня? Я ведь голодный. Я ведь из армии, я ведь мог, а?
спасибо, Рамгат, ты спасла меня от позора. Ты настоящий друг. Да пожалуйста, сколько угодно. Еще могу. Больно надо. Я вас не тащила. А тут жить негде. Тебе на шею сяду. Да не боись, не сяду. Я о куда пойду. Я Корякиным жить пойду. Или его в соседний дом. Отремонтирую там все. Европейский ремонт там сделаю. Там вот этот камин, вот обои, вот это вот. И сильный. И будем мы с ней там жить. С кем? С кем, с кем? С женой моей, вот с кем. В ожидании Наны дядя Тёма снял штаны. Найду я сильный. Тём, да ты сильный. Ты прям надувной матрас у нас. Ты прям сильнятка у нас. А где ты её там найдёшь-то? Кого? Жену. Найду. Найду себе девчушку какую. А нет, бабёшку, чтоб любила меня. И на завод пойду работать. С колен его поднимать буду. Гудит, как улей родной завод. А нам-то в пули пущай гудет. Молодец, Тимофеечка. Муа! Муа! Я сбегаю в погреб, огурцов еще принесу. Сидеть! Сейчас все придут, сейчас. Сейчас папа придет, чтобы по-людски все. Сейчас придут обязательно. Сидеть. Да мама мне это пусть принесет, раз хочет, ну. Но все равно ей ведь надо для тебя и твоей жены пол погреба освобождать. А, иди освобождай. Я тоже туда буду огурцы солить. И елки буду сажать. Чтобы все было по-людски. Иди! Ну, давай, Лилек. Разрешил, Тёма. Освобождай. Да не хочу я тебя. А в лобешни что? Ну давай, сделай так, чтобы я тебя быстро, долго искала. Давай, давай, Лилек, ну-ка быстро пошла. Лиля, давай, быстро. Тёмка, Тёмка, давай дальше. Что Тёмочка? Дальше-то, ну? Ну дальше, давай, мечтай, мечтай, мечтай. А я не мечтал. Я знаю, так и будет. Так и будет. Да, конечно, так и будет. А кто спорит? Вот юзунейм. Ты же понимаешь, а? Я хочу, чтобы все было по-людски, по-человечески, а понимаешь? Че ты понимаешь? Понимаю, Тёмочка, все понимаю, да? Понимаю твою преувалированную ностальгию. Да-да, по-научному это так называется. Я ведь тоже вот, Тёмочка, скажем, иду я по Нью-Йорку ночью, да? Иду, значит, ночью. Че ты там, там по ночам-то ходила? Надо было и ходила. Ври. Ладно, не ходила. Ладно. А гуляла, Тёмочка. Шла и искала Дагмар Фредерик. Че ты прицепилась так, не я? Ладно, молчать буду. Вот. Да ладно, чё молчки-то сей, давай выпьем. Чё?